председателем райисполкома и сотрудником вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается, как обещали, так проведем референдум. Но организовать референдум – это наша задача всех присутствующих за этим столом. У каждого свои будут функции, но цель будет одна.